Вот все-таки что такое прогресс? Электрифицированный железный конь как-то резвее движется в горке, чем механический. Кормить надо своего механического. И вот мы его тут объезжали. Вот с того чего, о котором я говорил. Вот, а я думал, а здесь ничего не показывает. То есть, ага, вот она сюда. Не, ну можно... Это... Не, вот тут еще есть поворот. Ну мы вот так вот едем. Я же не думал. Вот сюда. Не, ну ладно, поехали по асфальту. Поля какие у нас, поля. Искатели за кровь. Їдемо на Білогорський крейдяний кар'єр шукати іноцераму. Чи іноцерами, чи іноцерамуси. Це такі доісторичні мушлі ракушки, раковини. Які тут серпантини. Так, ліземо підкорювати. Ліземо підкорювати ці гори. От навесні все це таке синє-фіолетове. Оце все, як цей, як, чебрець. Більше нічого тут не росте. Да? Спускайтесь. Тим більше там так вже каша так пахне. Лёня заховався за ялинку. Покорили там лунгму. А, ну хорошо, давай. Так он едет, еще и собирает, походу, артефакты. Суровые донбасские. Которые мы заслужили. Донбасские лыжники. Да, я опасную группу хлопнуть девочку по попе. Какую? А еще я же был штурманом. У меня прав нету, но штурман. Думали на вас. Нет, слушай, я не получал ответа. Она наоборот, может, была довольна. Значит, у меня была команда открыть закрылки. Когда мы сильно разобьялись, а у Запорожца, ну, чтобы не били дверью там по ушам. По ушам. Ну, ушей не было. Кстати, это же Запорожец. Первая модель. Значит, Горбатый. А, еще Горбатый? Горбатый. Так вот. На колорадской. На колорадской жуках. Двери открывались вот так, и они были пристегнуты ремнями. Чтобы она дальше не больше, чем надо, не открылась, да? И поэтому, когда мы разгонялись, я говорю, так, тормозим закрылками. Это значит, мы открывали две двери, и они так только клац, и он так ехал, и цени... Парашюты выбрасывали, как вот это на стрельбе. Почему? Потому что там велосипеды были дорогими. А у нас можно было недорого относительно. Давай! Стой, на солнце.
не заходив ты. Вот это она, бывает еще даже больше, но это великолепный экземпляр. Ну так. Все, дреби, на счастье. На счастье, блюд, блюдца разбили на счастье. Все, ее нет. Освободили. Вот она, смотри, лежала вот так. И еще, ну, короче, большое кусок. Вот так. Це таке велике щастя бути вільною людиною. Їхати куди захочеш, куди тобі заманеться. І шукати краси краєвиди нашої рідної Луганщини. А вот тут мы с тобой когда-то лазили, да, собирали вот эти мелкие, да? Ага. Ну вот разные горы, может разные слои возраста, короче. Пойдем. Тут глина, залежи глины. Провалы, вы думаете, тут?